Ребята, я тут на выставку заскочил, так смотрите, вместо того, чтобы снимать яхты, мой взгляд приковал вот этот трачок из разряда какого-то кибертрака. А, между прочим, основатель проекта парень с Украины. Еще раз моя теория подтверждается, что наши ребята, приехав в Америку, действительно делают успешные, крутые проекты. А, и самое главное, что они реально нестандартные. Короче, вот такой трачок, ростом с человеческий, заряжен абсолютно нереальной акустикой, слышно за 5 километров, как сказал владелец. Это дом на колесах. Здесь мы, поднимаясь, видим сразу же кровать, душ, туалет, как в яхте, холодильник и гостевая зона. И вид на яхту вдалеке.